Уже у нашей страны появился еще один повод для радости. Россия стала чемпионом мира по хоккею с мячом. Финальная встреча со сборной Финляндии прошла накануне в Ульяновске. Авторами нескольких голов стали красноярские спортсмены Алмаз Миргазов и Сергей Ломанов-младший, для которого этот чемпионат стал 9-й победой на чемпионате мира. Финны до последней минуты не прекращали попыток забить в наши ворота. Итогом матча стал разгромный счет 6-1 в нашу пользу.